сегодня, но я уверен, поле Парк де Пренс выдержит. Но команда в воротах. Маркиниус в защите сыграет с Кимпембе. Идриса Гуе с первых минут играет с Верати в центре полузащиты. И в нападении сегодня сыграет Килиан Мбаппе. Обратим внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг. Как козырь, разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать соперника и поднимает защиту чуть ли не к середине поля. Но принесли клубу заветные трофеи и в дальнейшем гремели на весь мир, выступая за другие европейские гранды. Тириан Ри, Фабьен Барбе, и выводи команду вперед! Не смогли они в этом моменте друг друга понять. Офсайд. Не получилось у Верати сохранить мяч. Монако атакует флангом, и там есть свободная зона. Раньше времени он ускорился и залез в офсайд. После рикошета мяч уходит в аут. Мбаппе. И мяч переходит к другой команде. Пари Сен-Жермен атакует через фланг, и там есть где разбежаться. Отлично защитник играет. Мяч из-за боковой будет брошен. На чужой половине хорошо соперник в прессинге сыграл. Навесом в штрафную можно сыграть. Мощно он сыграл сейчас. Но я уверен, поле Парк де Пренс выдержит. Но команда в воротах. Маркиниус в защите сыграет с Кимпембе. Идриса Гуе с первых минут играет с Верати в центре полузащиты. И в нападении сегодня сыграет Килиан Мбаппе. Обратим внимание сегодня на их тактику. Смело они выбрали высокий прессинг. Как козырь, разыграют ли они его верно? Вот на что ответ мы узнаем в ближайшее время. Да, часто бывает, что команда начинает активно прессинговать соперника и поднимает защиту чуть ли не к середине поля. Но принесли клубу заветные трофеи и в дальнейшем гремели на весь мир, выступая за другие европейские гранды. Тириан Ри, Фабьен Барбе, и выводи команду вперед! Не смогли они в этом моменте друг друга понять. Офсайд. Не получилось у Верати сохранить мяч. Монако атакует флангом, и там есть свободная зона. Раньше времени он ускорился и залез в офсайд. После рикошета мяч уходит в аут. Мбаппе. И мяч переходит к другой команде. Пари Сен-Жермен атакует через фланг, и там есть где разбежаться. Отлично защитник играет. Мяч из-за боковой будет брошен. На чужой половине хорошо соперник в прессинге сыграл. Навесом в штрафную можно сыграть. Мощно он сыграл сейчас. Но я уверен, поле Парк де Пренс выдержит. Но команда в воротах. Маркиниус в защите сыграет с Кимпембе. Идриса Гуе с первых минут играет с Верати в центре полузащиты. И в нападении сегодня сыграет Килиан Мбаппе.